Прошел еще месяц после того, как у нас появились вот эти милые создания. Того они у нас живут 2 месяца уже. Выросли они вот такого уже внушительного размера до 2 месяца. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть на ладони. Едят уже хорошо, довольно много. Огурцы в яме. Укроп у них сегодня будет в рационе. Это каракатица, я забыл, как называется. И бочков им дам сегодня, они любят. Вот такое любят они. Такие витамины. Меня не возьмет. Гамарус. Это их любимое блюдо. Я обычно эту минеральную добавку насыпаю на огурцы. И они первоначально сначала выедают эту вкусняшку, а потом уже сами огурцы позже съедают. Да, из аквариума сейчас достал панцирь, как это, раковину. А там полярии. Я читал, что им можно давать еду. Пускай, я не знаю, как они будут грызть, или потом наломаю, посмотрю, что они с этим будут делать. Вот эта вот улитка, она очень такая активная, постоянно ест. Вторая более такая спокойная, и она в основном спит. Спит или вылазит, там покушает, и обратно. Вот сейчас вы видите. Она занимается своим любимым делом, пыталась заняться. Пыталась опять поесть, как всегда. Вот такая вот она стала. Почти с ладонь скоро будет. Это которая активная, мы и назвали Паша. Вторая Даша, как я уже говорил. Кстати, ночью уже хорошо слышно, как они хрустят едой. Хрум-хрум. Ну, не отчетливо, не знаю, когда они будут большие, их вообще будут. Будут шумно себя вести по ночам. Кстати, вот эту улитку заинтересовала ампулярия. Не знаю, будет ли она есть. Ну, как-то она активно присосалась. Там все. Ну, что-то она. Я там насыпал витаминки. Она туда приметнулась.